Капуста лагрима, три цван, приступили к уборке. Сегодня у нас 9 октября. Капуста была посажена примерно 10 июня. По-моему, мы закончили высаживать. Капуста находится в таком состоянии. Капуста идет 130-дневка. Качан крупный. Капуста для хранения, для переработки. Вот этот качан килограмм 5-6 по виду. Капуста была дана, в прошлом году на испытание, мы ее посадили, она нам понравилась. В этом году она опять показала себя очень хорошо. Капуста крупных, по аннотации она хранится 7 плюс месяцев, как рецепт заявляет. В этом году будем хранить, смотреть, как она будет храниться. Вот тут вот приступили к уборке, вон там окучи. Собираем, накрываем листьями, остатками. Сегодня обещает мороз. Сегодня накроем, завтра с утра приступим к погрузке. Капуста находится вот в таком красивом, идеальном состоянии. Качаны крупные, этот куча тут, наверное, 5-8 килограмм качаны. Девчонки собирают, сначала нарезали. Выглядит, все у нас происходит. Капуста в принципе понравилась, крупная, вкусная и красивая. В следующем году опять ее посадим.